Домашний уют и праздничный стол – важные составляющие новогодних праздников. Но я считаю, не менее важно прихорошиться и самому. Ведь что говорят? Как Новый год встретишь, так его и проведешь. И наш следующий сюжет посвящен парикмахерскому рекорду. Барбер из Днепра не только прихорошил кучу народа к праздникам, но еще и занялся благотворительностью. Барбер – это прекрасно. Кстати, знаю одного барбера, девушку, с которой можно договориться, чтобы она и нас с тобой прихорошила, не только мужчин. Но переходим к барберу из Днепра. Единственное то, что дало знать о себе, это поясница немного, крепатура такая, как будто после становой тяги. Целых 24 часа работал без перерыва и установил рекорд Украины. Барбер из Днепра Азамат Рахматулаев за сутки обслужил 91 клиента и предоставил 115 услуг. Мысли вообще поставить такой рекорд были уже давно. Мечта была именно... Во-первых, показать обществу, что барберы не только могут стричь, но и быть полезными членами общества, чтобы эта профессия была уважаема. Поэтому все заработанные деньги в этот день, день рекорда, все пошли на благотворительность, дом матери ребенка. Удалось собрать около 30 тысяч гривен. Больше половины людей, которых обслужил мастер, это постоянные клиенты. Остальные, говорит Азамат, те, кто хотели помочь нуждающимся. Мы это анонсировали в течение месяца в соцсетях, в Инстаграме. И очень много людей захотели поучаствовать. Установить такой рекорд было бы очень сложно без поддержки друзей, признается Азамат. Именно благодаря коллегам и командной работе все получилось, как задумывалось. У каждой члену команды были свои обязанности. Если одна девочка фоткала и контролировала сам процесс, надо было обязательно фоткать до и после и отправлять в реестр рекордов. А другие подметали, либо же мыли голову. То есть у нас изначально был налаженный процесс, план работы, да. И, в принципе, все шло как по маслу. Но во время установления рекорда не обошлось и без форс-мажоров. Единственное то, что заставило занервничать, это когда клиенты либо опаздывали, либо вовсе не приходили, и приходилось в кратчайшее время находить людей. Ну, мы в основном выходили на улицу и ловили людей, да, с улицы. Молодой человек признается, что никогда не мечтал стать барбером. Все это воля случая. Парикмахерский салон был у его брата. Тот очень хотел привлечь Азамата к бизнесу. И Азамат все-таки решился продолжить маленькое семейное дело, пока брат служил в армии. Не хотелось, чтобы его дело просто вот так вот оставалось. У нас на тот момент был маленький салончик такой. И я продолжил его дело, но не знаю, как вообще стричь. Но на тот момент у меня очень классно развита была фотографическая память. Я специально записывался в салоны красоты. Приходил заранее и смотрел, как мастер работает. Приходил домой, звал друзей. И пробовал на них. И в течение вот 3 месяцев я научился стричь. Сейчас парню 29 лет, и он может похвастаться более чем 10 годами стажа. Несмотря на многолетний опыт, Азамат не прекращает развиваться. Совершенствует свои навыки на курсах повышения квалификации и планирует установить мировой рекорд.